сейчас сказали, может ли человек и изучать во время подготовки, если он чувствует гнев и радость? Иногда хочется мне рассказать вам чуть больше, чем обычно, чтобы получили чуть-чуть, может быть, путаницы, чуть-чуть, может быть, отчаяния, чуть-чуть серьезности. С одной стороны. С другой стороны, почувствовали, что это есть, здесь есть. Но это как бы между пальцев убегает. Почему? Итог всех этих ощущений, чувств, понимания, воодушевления или непонимания должно быть очень простым. Итог должен быть очень простой. Я могу выполнить правильное действие только в моих взаимоотношениях и взаимосвязях с товарищами. Только внутри группы. Если придет туда в центр свет, все наладит. Если не придет, все умствования, вся учеба, все там, о чем я радуюсь или печалюсь, это все не важно. Это, ну, нет шанса вообще, чтобы я понял, почувствовал, приблизился к этому. То есть после того, как человек чувствует, что вдруг, что святость — это не совсем уж так-то близко ко мне, но находится, ну, как бы есть и нету. То есть нету. То есть как бы проходит, и невозможно ее ухватить. Таких килим, которые не находят. То есть я вижу, но не могу. То тут приобрести вот это, эти килимы, наполнение в них, это только в отмене в группе.